Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ее цевьё. Для изготовления хвостика возьмите несколько бородок хвостового пера фазана и закрепите их в конце цевья. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления сегментации в конце цевья закрепите очищенную бородку из глазкового пера павлина. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевьё сначала по направлению к хвостику, затем обратно. Намотку закончите примерно на расстоянии 1/3 длины цевья от колечка. Намотайте бородку пера павлина на тело мушки. Следите за тем, чтобы между витками было одинаковое расстояние. После намотки закрепите бородку несколькими оборотами монтажной нити. И отрежьте лишнее. Для изготовления крыла возьмите достаточно большое перо CDC и за кончик закрепите вплотную к телу мушки. Для изготовления грудки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевьё. Грудка должна получиться достаточно объемной. Отогните вперед перо CDC так, чтобы получилась небольшая петелька, и в таком положении закрепите его около колечка. После закрепления отрежьте лишнюю часть пера. Затем намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Теперь необходимо немного растесать мушку щеточкой Велкро. Все, мушка готова.